Цель проекта – с помощью медиа-центра объединить сайт лицея, страницы соцсети ВКонтакте и Телеграме, газету и образовательные программы в одну систему. В нашем лицее уже не первый год выпускается школьная газета и работает школьное телевидение. Но чтобы вывести эту работу на несколько другой уровень, для этого надо было поучаствовать в проекте школьного инициативного бюджетирования. Потому что в рамках данного проекта у нас была такая возможность выиграть миллион. И у детей появилась возможность приобрести технику, приобрести оборудование. Открытие медиа-центра – это уже третий реализованный проект школьного инициативного бюджетирования в Сочи в этом году. Буквально недавно открывали спортивный проект, теннисная школа как бы на воздухе и с обучением в течение всего года. До этого была эта школа была 65. Но сейчас немножко не буду раскрывать все тайны, потому что буквально вот в ближайшее время будем открывать следующий проект. До конца года все проекты покажем, все откроем. Это инициатива именно ребят и совместно, конечно, с педагогами и родителями. Школьники уже сейчас пишут статьи, в будущем будут делать новости, брать интервью. Первый выпуск газеты выйдет в свет в конце июня.